два. А, вот так, наверное, вам меня лучше видно. Итак, я решил выбрать довольно нейтральное название для происходящего. Ну а сейчас товарищ Малышев, активист Occupy Арбат, собирается прийти в мэрию города Москвы и вести переговоры о месте нашей следующей, о месте для лагеря. Скажите, меня видно или слышно? Я надеюсь, что вы меня видите и слышите, потому что... Нет, там была одна, запалили. Так, я надеюсь, что меня видите и слышите. Так, привет, расскажи, какие планы сейчас? Ну, планы сейчас выйти на переговоры с мэрией, потому что нам надоело уже догоняние, да, унижение, то есть когда не дают есть, не дают общаться, не дают, ну, практически делать еще на улице Москвы. И сейчас мы объявили голодовку для того, чтобы... Ты участвуешь в ней? Что? Ты в ней участвуешь? Да, конечно. Мы объявили голодовку, чтобы нам предоставили нормальную площадку, на которой мы можем наконец-то просто разбить лагерь. Спокойно есть, общаться, ну и так далее, устраивать мероприятия. Скажи, каковы критерии для этой площадки? Ну, в принципе, критерии два. Это центр, и это чтобы было удобно добираться людям, и можно было на ней, соответственно, удобно расположиться. Расскажи, какие варианты ты видишь? Ну, возможно, Болотная площадь, но мне нравится Красная площадь, мне нравится Александровский садик. То есть, в принципе, здесь еще вот Тверской. А тот минимум, на который можно согласиться, баррикадная? Нет, баррикадная категорически нам не подходит, как не подходят теперь Чистые пруды. Потому что, ну, как бы, мы оттуда уже ушли, значит, ушли. Должно быть только новое место, наше, мы только двигаемся. Итак, какой минимум, на который можно согласиться? Который минимум? Минимум. Гоголевский бульвар, Никитские ворота. Ну, будем рассматривать на самом деле. То есть, главное, я говорю, чтобы это был все-таки центр, недалеко от метро, чтобы люди легко могли добираться. И чтобы можно было поставить палатки, столы, чтобы люди могли нормально есть. Ну и, соответственно, достаточно площадь для того, чтобы проводить мероприятия, семинары, лекции и все, что необходимо. Понятно. Большое спасибо.